текущем году в Дербенте планируется открыть новый спортивный комплекс с универсальным игровым залом, расположенный по улице Дрожина. Данный комплекс возводится в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт. Норма жизни». В минувшие выходные председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов осмотрел площадку строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса и положительно оценил результаты. По словам представителя подрядной организации «Стройинвест», все основные работы на объекте уже завершены. В текущем году планируется его открытие. Направлена документация в Минстрой Дагестана для получения заключения о соответствии. Отметим, что на строительство объекта было выделено 203 миллиона рублей из федерального и республиканского бюджета. Асия Тумалатова, Амарбек Газиев, новости телеканал «Среда».